Здравствуйте. Это люди, которым не хватает эмоций. Которым нужно вылить просто, сказать. Приветик. Всем привет. Их пару обожаю. Вы были красивые пары с кем? Дела хорошо, пока все так, как должно быть. Часто говорят с африкант, похоже, говорят, что-то есть, да, у нас вообще. Вопрос отвечаю. Давайте поотвечаем, пообщаемся, у меня есть еще немножечко времени. Русский стал лучше разговаривать, так уже сама подметила. Привет. Да, Селена. Аня с Валерой вместе. Сколько тебе лет? 24. Сильно красишься. Ну, меня накрасили. Сейчас двухнедельный спор с Захаром и Яной, что мы 2 недели пытаемся только на ПП. Значит, никакой молочки, никаких булок, сахар, соль. Мы это все не употребляем. Вот. А кто проиграет, тот, значит, отдает энную сумму денег. Поэтому мы сейчас за здоровый образ жизни. Hello. Ты до сих пор любишь Даню? А? Где я его любила, простите? Я заморочилась. Я тоже так заморочилась. Кто чем занимается в этот ужасный день, в такую ужасную погоду? Это пиздец, так вкусно придумали. Я бы каждый день жрала, но мне денег жалко, потому что я пошла в 2014. Как вам ваш кофеман? Я его не знаю. И так мало, да? Да, так, ты пришла к Дане ради проекта, я пришла к Дане. Наручные волосы, да. Какая парня Даме больше всего нравится? Он, конечно же, Яна и Захара. Ты очень интересно, приятно наблюдать здесь такое. Казахстан тебя любит. Спасибо. Покажи Калина, он тут где-то ходит. Хорошая фамилия, у меня такая же.